Перед роликом хотел бы рассказать вам о том, то, что на моем канале открыли скидки на рекламу. Буквально за 30 рублей можно заказать прирол. Так что, кого это интересует, заходите по ссылке в описании. Всем привет! Это новая часть трюков. Погнали! В сегодняшней серии у нас будет очередной стант на Maze Bank. Это как бы трюк у нас от подписчика. Мы берем как бы BMX и прыгаем с этого здания. И стараемся с помощью как раз вот такого движения прогладить по этой стене, проградить, можно так сказать, и упасть на ноги, ну, каким-нибудь способом. Хотя бы даже вот немножко там удержаться, и самое главное, чтобы мы встали на колеса. Давайте пробовать. Вот такой вот у нас вот просто очень тяжелый трюк. И давайте, опять же, норматив выполним. И сегодняшний у нас норматив 80 лайков. Да, в общем-то так. Так. Давай. Едем по стене и... Давай. Нет, мы так хорошо ехали просто по стене, но я не мог ничего сделать. Надо было просто прыжком как бы там... А, нет, отскочили. Ну все, здесь можно возрождаться, просто возрождаться. Так. Хорошо, вот так. Ну почему? Почему? У меня нет слов. Да, на BMX это стантер. Так что так. Я на нем ездить нормально не умею. Да. Зачем мы отскочили опять от этой штуки? Там надо как-то левее, либо правее брать. А вот. Вот здесь вот где-то, да? Все. Давай же. Отодвигайся. Как на нем правильнее, я не знаю, вот серьезно. А вот не знаю, я вот еду вроде по стене, не прицепляйся, как обратно не отцепиться. Я вот не знаю, прыжками стараюсь, но нет, вообще не получается. Угу, не получается. Даже более-менее такой попытки не было, хотя по стене нормально уже ездил, но нет. Опять. Там надо прям легонько. Потому что на нем обратно в другую сторону возвращаться вообще почти невозможно. Он только вперед летит. Он не может приблизиться. Опять от этой. Кажись, я понял. Кажись, я все понял, дамы и господа. Здесь, как бы, если я буду нажимать. Смотрите, я если так поеду, то я могу как бы приблизиться, нажимая на тормоз. Мы приближаемся. Если я так нажимаю, то мы как бы отдаляемся. Все, я все понял прекрасно. Здесь надо работать триггерами. Так. Все ясно. Вот оно, в чем дело-то. Давай. Триггер, работай. Все, отлично. И триггер нас отближает, и мы это с легкостью выполняем. Вот такой, оказывается, у нас легкий трюк. Мы проехались по стене, и у нас это все получилось. Мы встали на колеса, и вот так вот мы просто выполняем легко этот трюк. Ну вот, это, оказывается, так все легко. И, в общем-то, да, у меня на этом все. Надеюсь, что эта серия наберет 80 лайков, и мы будем с радостью для вас продолжать. То есть я с радостью. Кто мы? Ну ладно, все, ребят. Надеюсь, что вам еще раз это понравилось. Ну и все. А с вами был Кузак, и не забываем подписываться на канал и ставить лайки. И оставлять хорошие положительные комментарии. Ну все, всем удачи и всем пока, ребят.